Валдане жители выбрали объект, который будет благоустроен в рамках программы «Городская среда». В выборах местного значения жители приняли активное участие. Наряду с совершеннолетними гражданами право голоса было предоставлено подросткам старше 14 лет. Примечательно, что самую высокую активность показала именно молодежь. Выборы проходили на избирательных участках, по результатам которых избиратели заполнили почти 9 тысяч бюллетеней. Напомним, на голосование было представлено 5 территорий Алдана. Это парк чекистов, площади Ленина и Дворца культуры, городской сквер и парк у мемориала «Слава». Абсолютное большинство сделало выбор в пользу Парка Победы. Всего у нас жители приняло участие 8988, шли активно, то есть принимали участие. А в итоге, по подведению итогов, у нас победил городской парк, расположенный на улице Горького, 68. А сейчас мы собираем пакет документов, необходимый для выделения денежных средств, и ждем итог, когда выйдут деньги.